Здравия желаю. Итак, заряжаем энергетическое ведерко. Тут внутри 4 по 6, 24 батарейки. Вот. LED. Ой, LED. Литий. Можно посмотреть. Вот они. 4 штуки по 6. Заряжается, значит, бесплатно. Какая вот сейчас вот пришел ко мне с Китая этот ваттметр. Вот мы перемеряемся. Вот он кверх ногами стоит, я сейчас переверну. Не видно. Во. Во. Видите, скачет. 2-2. 6. То есть 6 ватт подается на зарядку. А потом накопление кончается заряда в этом блоке. Так. Подается, значит, ток, который накопил. Накопил блок. То есть обратная энергия. И получается вот тут, видите. Сейчас. Так, вот. 4-1, 2-8, 1-9. 4-2, 3, 2-6 ватта. 1, 9, 4, 2, 6, видите, вот 6, а дальше идет 4, 2, 4, 5, 3, 2, это накопленное, то есть энергию, которую вырабатывает вот это и батарейки сами. То же самое показывает здесь, но здесь вольты показывают, то есть идет зарядка. Поэтому счетчик не сматывает. Как вот стоят, и стоит уже час идет. Вот в чем дело. То есть заряжается обратным током. Потому что мощность зарядника мала. Ему хватает только раз дать импульс, выплеснуть. А далее он уже питается обратным током, который он подал импульс, накопил. И вот он и питается, вот еще раз покажу. Видите? Вот 2, 8, это обратный ток. 3, это все обратный ток, видите, сколько времени? 2, 7. А вот 7, это уже импульс, который он берет и тут же назад отдает все. Вот тут наглядно видно. То есть в сумме получается 0. Сколько взял, столько и вернул. Через импульсы. Когда прерывание идет, идет самоиндукция и отдает назад. Вот оно видно хорошо. Вот такая система. Схема тут простая, я уже рисовал. Ведерко вот, 24 батарейки, так, по 6, так, 24 батарейки, 3, 7, 1, и выпрямитель, в итоге 11,11 вольт максимально в его. Выпрямитель 50 ватт мощность. То есть у него 50 ватт, а там больше. Вернее, у него больше, там мало. И вот так и получается. 50 ватт выпрямитель.
То есть здесь ни реле, ничего не применяется. И подключен насчетчик. Применяется только то, что подобрано по количеству батареек и по их мощности подобран выпрямитель. Тогда токи уравниваются. То есть питается он обратной энергией самой индукции своей. Заряжает. Вот в чем дело. Поэтому сейчас вот жду с Китая, вот никак не придет. Преобразователи, которых можно ставить, значит, ток от 0 до 32 вольт. И также амперы от 0, по-моему, до 15 ампер. Вот тогда можно отрегулировать какие-то устройства, которые не будут потреблять. Посмотрим. То есть, я думаю, эта идея перспективная. Ну, там пишут на Алиэкспресс, я заказал, что якобы он в стране назначения уже, то есть, но здесь на почте пока нету его. Подождем еще недельку.